Мы наносим минометный удар. Куда я выкинулся, дробовик, бляски? Мы знаем, что он может сделать? Погнали. Есть еще, я там мину положил, потом у одного... Так, я килюсь. Что этот гандон делает? Противник вызвал БПЛА. Пиздец, он нас сканирует. Мы хуй отсюда видим. Блять! Кто стреляет? Напугал, блять. Так, меня убили. Макс, мы тебя достанем, я понимаю. У меня еще один минометный удар есть. На, держи. Что? Мина. У них работает БПЛА. А, мина? А как ящик с боеприпасами использовать? Я чуть не понял, какого вот этого. Просто кидаешь его вниз и все. Ваш напарник сломан. Слушаю электронику. Он больше не вернется. Понятно. Ага. Так, смотри, нам нечего здесь сидеть. Давай хотя бы наверх поднимемся, посмотрим, что там. Сейчас, я хочу достать эту хуйню оттуда. Вот, у меня ящик с боеприпасами в сумке. Как его, блядь, использовать, хуй знает. А, вот, вот. Иди сюда, на. Здесь патроны. Над нами их БПЛА. Сейчас, я понимаю, что долго нельзя сидеть, но мне нужно дробовик перезарядить свой. Ага. Так, другой вопрос. Мы здесь, наверх, поднимемся. Похуй, пошли на улицу, только надо выбрать, куда мы пойдем. Пиздец, летают, блядь, кошки. Давай вот здесь сюда трофей. К магазину побежим. Ты готов? Давай, у меня есть деньги Макса выкупить. Ага. Раз, два, три. Блять, блять, на крышу, на крышу! Гараж, сука! Поймал пулю! Я здесь. Ну ты прокупай, что ты курил? Аккуратно с крыши, чтобы не вальнули. Нормально. Ну, блядь! Ага, еще один! Жить!